Для тех из вас, кто может лихо в уме помножить 2 на 2, и чья при этом, как шутиха, не задымится голова... Литр пива, засранцы! Кто видел Райкина на сцене, во множестве знакомых черт, мой неожиданный концертик, такой концертишка, концерт. Ты про славу, знай об этом, да чего уж там быть лучше? Такая детская забава, такой приятненький досуг, который для кого-то право покажется и колким вдруг. Комендир, не спи, я не все понимаю. Который может для кого-то глаза на что-то приоткрыть. И может быть, что это что-то должно иначе как-то быть. И рухнула дранка с несущей стены. Не то, что критично, но деньги нужны. Хотите нет, хотите верьте, в конечном счете все слова. И неожиданный концертик здесь исключение едва. В словах вопросы и ответы, анализ времени в словах явления, предметы, все то, что бродит в головах. Чтобы детки изучали русский мат. Что занимает наши души, что день за днем мешает спать. Короче, так, готовьте уши, начнем с ушей лапшу снимать. Холодильники не густо, потому что вместо щей, мораторий на капусту и на прочих овощей. Нет редиски и салата, засорился унитаз, папа запретил зарплату, мама запретила газ, телевизор под запретом, на компьютере замок. И на все одни ответы, ничего, терпи, сынок. Задача архи непростая, поскольку подлые враги своей лапшою прорастают сквозь уши в вялые мозги. Ты скажи мне, борода, есть на небе города или нет, кроме брошенных ракет, там больше ничего. Если ты ответишь «да», я забуду навсегда твой ответ. Если ты ответишь нет, я запомню его. И на просторах вольной лиры нет ни эстрады, ни сатиры. Одна, пардон, бельверда, обидная, господа. У меня, по крайней мере, 100 вопросов по Венере. И по Марсу не счесть числа. А если на небе закон? Да такой, чтобы спокон, или нет, кроме звездочек планет, там больше ничего.